Это озеро в парке Южный. Южный он называется с недавних пор. Ему возвращено историческое название. Вот раньше, в советское время, он назывался парк 40-летия ВЛКСМ. Вот, достаточно большой парк, который протянулся от Южного вокзала до улицы Дзержинского. Вон там вот улица Дзержинского находится. Она его как бы ограждает. Ну, озеро это долго чистили, но оно тут не одно, это озеро. Тут вообще система озер, но это озеро самое большое. Но вот тут построили такие дома, достаточно симпатичные. Вот. А вот в этом месте строится... Сейчас мы лужочек посмотрим. Вот. Сейчас я подойдем, мы сейчас подойдем к месту, где строится новая калининградская мечеть. Вот. Строится она, видимо, не очень активно. Вот. Потому что в декабре месяце, когда я здесь был, ну, постройка была не очень высокая. И за это время она намного не выросла. Собственно говоря, вот она. Вот за забором. Вот это вот красное кирпичное здание. Это и есть строящаяся калининградская мечеть. Сейчас попробуем объектив поднять выше забора, если это получится. И что-нибудь посмотрим. Ну вот, собственно говоря, так вот. Вот такая аллейка здесь. Там вот находится администрация парка.